привет подписчикам, привет всем, кто попали на мой канал, смотрят мои ролики. Киев, центр, Майдан, самый-самый центр. Прохожу мимо, ну и интересную увидел, не знаю, скульптура или еще, как назвать, даже не знаю. В общем, смотрите. На лавочке сидят мужчина и женщина. Сделано типа фонари. Обнимаются. Молодежь повесила замочки сюда. Как символ вечной любви. Прикольная штучка. Как-то я проходил здесь, не знаю, зимой, наверное. Такого не видел. Кофе и шоколад. Может, это реклама какой-то кофейни? Это у нас женщина. Это у нас такой мужчина. Вот такие штуки есть в центре Киева. На Майдане находится, рядом с фонтаном. У кого есть какие комментарии, пишите под видео. На сегодня пока-пока и до новых встреч.